Очаков ТВ представляет. Привет. Привет. Вы откуда? Мы из Краснодара. Я из Калифорнии. Калифорнии? Что в Калифорнии? Конечно, мы из Калифорнии. Нет, вы же из Краснодара, вы сказали. Ну, вы же спросили Калифорнию. Мы из Калифорнии. Нет, вы спутали. Это я из Калифорнии. А, вы из Калифорнии. Это вы знаете, как анекдот, как приходит такой чувак, тук-тук-тук, а мама его из-за двери говорит, мама под этим делом говорит... А вы думаете, в Краснодаре хуже, чем в Калифорнии? Не-не, смотрите, смотрите, она говорит, кто там? А он говорит, мама, это я. Она говорит, нет, сынок, мама, это я. А я думаю, что на нынешний момент в Краснодаре лучше, чем в Калифорнии. А почему вы так думаете? Как у вас в Калифорнии? На каком основании? На каком основании вы сделали такой вывод, что в вашем Мухосранске может быть лучше, это чем в Америке? Это она так подумала. А что у вас там в Калифорнии? Как у вас там дела? Жарко, вы знаете, жарко. Жарко очень прям, да? У нас так же. Прям сильно, как в Краснодаре. Думаю, что погода как у нас в Калифорнии. Ну, у нас, я смотрю, окна открыты. У нас, когда жарко, окна закрываются и включаются кондиционеры. Мы сидим... У нас окна вообще закрыты. А, подождите, вы снаружи, что ли? А, нет. А, мы внутри и снаружи. Вы не переживайте. Вы внутри и снаружи. Да. Веселые. Одновременно. Вы даже не представляете, как это сложно. Ума. Бухаете? Нет. Почему? А зачем? С вами общаемся. Нет, обычно просто россияне бухают, знаете. Но то, что вы не бухаете, я же это не осуждаю. Это просто необычно немножко. Понятно. Ну, раз все россияне бухают, значит, мы такие же. Что сказать? Слушайте, а вот смотрите, вы из Краснодара, это же не так далеко от Украины, да? Если серьезно. Ну, наверное, не знаю, как по вашим меркам там. Из Калифорнии, посмотрите на карте, и вы там это решите. Да, да. Так вот, как вы думаете, как чем закончится эта война и как скоро? Победа России. Хорошо, я понял. 15 сентября, думаем, закончится эта победа. То есть через две недели закончится победа России, да? Да. А в чем будет выражаться эта победа? Можно вас узнать, если... Да это не победа, это просто... Зай. Что? Во всем будет выражаться победа России, увидите. Ну как понять во всем? Ну конкретно, по каким... А, все, да? Зая говорит. Муж ей запретил, видно, говорить. Но... Запретил, но все равно, вот может, ну, я хочу знать ваше мнение о них. Здравствуйте. Здорово. Ну ладно, поняла. Здорово, говорю, эй, чего? Я слышал тебя, дурак. Я говорю, здорово, ты меня слышишь или нет? Я слышу. Ну давай, слушай, развесели меня еще раз. А давай, зачем сидеть? Давай веселуху под Херсоном с тобой пообщаемся. Слушай, сколько под Херсоном. Да, сколько там? Да, отлично вообще, шикарно. Тысяча. Хорошо, давай под Херсоном. Гудбай. Нет, стой, подожди, куда ты? Слинять хочешь? Нет, я с тобой разговариваю. Смотри, вот он, смотри, под Херсоном. Давай повеселимся. Давай. Ваша десантура бежит из-под Херсона, смотри. Это фейк. Ваши десантники псковские бегут, смотри. А сколько? Я понял. Они потом утонули. Смотри. Они бегут, смотри. Они утонули. Сколько погибло? Я себе так и сделал. Дураков.
Мне так нравится это видео. А тебе? Сейчас, подожди, я тебе звук включу. А, ты видел, да? Я выключил. Видел, как бежали? Десантура твоя псковская. Слушай, у тебя такие ужасные... Ужасные обломки зубов, это кошмар. Да ты, слушай, я с тобой беседовал долгое время назад. Почему ты себе не сделаешь зубы, а? Я тебя выбью скоро. Придут Ахмат силы и выбьют тебя. Ахмат это чай. Ахмат это чай. Не, как научишься говорить по-чеченски, по-русски, ты свинья. А, тебя уже научили, да, говорить? Молчу. Тебя уже научили сидеть на бутылке и кричать «Чечня, это круто», да? А ты сейчас больше свинья. Тебя научили сидеть на бутылке и кричать «Ахмат сила» и «Чечня, это круто», да? Орк, поддающийся дрессировке. Тихо, подожди, сейчас я включу звук, подожди, давай, говори. Ахмат сила, дурак. Ахмат это чай, но я же тебе только что сказал. Нет, это ты можешь разговаривать с Кадыровым, свинья. А, слушай, кстати, подожди, куда ты? Ну, блин, я ему только же хотел ему сказать, что Кадыров сказал, что он уже 15 лет у власти, уже думает о том, чтобы уходить. Кстати, кто не видел это видео, посмотрите. Ну, я показывал в предыдущем видео где-то, что... А, нет, еще не показывал. Знаете, надо показать, что Кадыров собирается уходить. Он говорит, я уже пережил всех там губернаторов. В общем, он самый такой долгожитель из глав вот этих вот таких вот глав республик, скажем так, Российской Федерации. Да? Он единственный. Он говорит, типа, пора уходить. Это, я думаю, неспроста. У него очко тоже не железное. Он понимает, что для него это плохо закончится. Я думаю, он просто рванет сейчас в какую-нибудь страну, где будет отсиживаться до конца своих дней. Этим все и закончится. Вот смотрите, я даже повангую немножко. Я думаю, так оно и будет. О, нихуя себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Нормально? Да. Как вообще? Как поживаете? Хорошо выглядите, розовенький такой, живенький. Спасибо. Замечательно. Чего там просматриваете? Что я просматриваю? Да разное, зависит от контекста разговора. Да, какой у вас может быть контекст разговора? Мы же все прекрасно знаем, кто вы такой. Ну вот, видите. Давайте по контексту, чётенько. Ну, вы из какого города? Москва. Москва, да. Как вы относитесь к тому, что сейчас на фронтах происходит между Россией и Украиной? Следите за... Между Россией и Украиной происходит конфронтация. Где-то имеют успехи, где-то не имеют успехи. Mm. Украина получает колоссальную помощь, и фронт выравнивается, становится интересным. Слушайте, а у вас это окно такое яркое? Да, да, окно. Так а где вы находитесь, что у вас сейчас светлый день? Не, у меня то же время, что и у вас, если вы в Украине находитесь. Но вы не в Украине, вы в Америке, наверное. Находитесь. Да, я в Америке, поэтому у меня день. А как у тебя может быть день? Да, Россия великая страна. Ну так значит, зачем? Ты сказал, что ты в Москве. Для чего? Да какая разница, в Москве или где-то еще? Ну так а зачем ты врешь-то, что ты в Москве? Я в России. Ты где-то на Дальнем Востоке, если ты в России, или ну Сибирь такая. Нет. Восточная. У вас настолько короткая память, что вы, короче, даже не запоминаете тех людей, с которыми вы записываете видео и выкладываете их на YouTube. А, я говорил с тобой, да?
Да, вы говорили со мной. Слушай, ну я говорил с тысячами людей, поэтому извини. У вас ролик, если называется «Летучая мышь». Может, вам вспомнить что? У меня столько роликов, блин, что. Да, просто. Да. Ну, вот так вот, видите, как. А, подожди. Это ты был летучая мышь или нет? Ну да, да, типа я летучая мышь. Я даже не понимаю, почему вы назвали. А почему ты был летучая мышь? Ну, потому что я служил в Кировограде, в 3-м полку СППО. А у них эмблема «Летучая мышь». Я вам сказал, что я служил в армии, и у меня была эмблема «Летучая мыши». И вы сказали, что, типа, ты пиздишь, у «Летучая мышь» только может быть у российских войск на эмблеме. Но вы были неправы. Загуглите, у кировоградских спецов эмблема «Летучая мышь». Ага. Нет, я проверял, нету такой эмблемы. Слушай, а что у тебя с глазом? В смысле с глазом? Все хорошо. Что у тебя с левым глазом? Покажи, сними очки. А, все хорошо, у меня. А, все хорошо. А что ты в очках сидишь? Да, по кайфу так сидеть. Рядом источники этого света. Слушай, ну ты держишь на Дальнем Востоке, да, напомни мне. Да нет, я в Москве. Ну в Москве сейчас не может быть. В час ночи не бывает в Москве яркое солнце, понимаешь? Не, ну вы не откидывайте в стороны искусственный свет и все подобное. Ну, короче, ты врешь, я с тобой не буду говорить. Все, пошел нафиг. Аналитик. Аналитик und психоаналогик. А, даже так, о, как бы. Интересно, блядь. А что анализируешь? Анал? Ну да, можно назвать и так Россию. Можно и так назвать, можно как-то иначе назвать. Ну это немножко да, оскорбительно ты звучит, но зато правдиво. Тут я согласен. Да ты еще, конечно. Да, только без мата, можно без мата? Вы умеете без мата разговаривать? Да нет, не умею. Или россияне не умеют без мата? У нас национальная особенность таких мудаков. У вас национальная особенность, да, тупить, блин, это я знаю. А, все, да. Убежал. У него национальная особенность такая. Заходить с мата и тупить, блин. Ну ладно. Убежал. Здрасте. Здравствуйте. Вы из какого города? Я из Белгорода, а вы? Я из Калифорнии. Калифорния. Ну, я, насколько я помню, тот раз вы были из Украины. Какой раз? Ну, прошлый раз, когда мы с вами разговаривали. А, может быть, я же езжу туда-сюда. Понятно. А скажите, сколько стоит билет в Калифорнию, если не секрет? Ну, смотря откуда, и смотря каким маршрутом, и смотря за какое время наперед там я его беру. Понятно. Он может варьировать в 10, иногда и в 30 раз, вы знаете. Я понял. А где вы живете в Калифорнии, если не секрет? Сан-Франциско. Понятно. Ну ладно. Давайте дальше. Чего? Подождите. Вы же белгородец. У меня к вам вопросы есть туда-сюда. Давайте. Хотел узнать у вас есть указатели к бомбоубежищам в Белгороде или нет? Вы знаете, мы даже к этому не стремимся. А, вам пофиг на свою жизнь. Это я понимаю. Россияне нет, свою жизнь не ценят. Вы неправильно поняли. Даже если будет. А как же вас понять? Мы будем находиться на своих местах, чтобы вас встретить и дать вам хороший отпор. Ага. Чтобы вам мало не показалось. Ну, вы знаете, я думаю, самое время вам уже об этом думать. Потому что Украина уже перешла в контрнаступление на югах. Да, бля. Молодец. Как вас зовут, извиняюсь? Владимир меня зовут. Владимир, вы знаете, вы мне постоянно напоминаете моего учителя по физике. Почему? Который всегда говорил, вы знаете... Учителя, по какому предмету я прослушал еще раз? Как себя поведет человек? У вас прерывается. Учителя, куда ты, блядь? Убежал, он прервался. Я так и не понял, какого учителя... Я ему напоминаю. Это был очень важный момент, кстати.
Ну ладно. Что-то у него связь прервалась, не знаю.